Приветствуем вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра! Николай Басков на своей странице в Instagram рассказал подписчикам, что много лет назад его отцу сделали сложнейшую операцию. Хирургическое вмешательство проводил знаменитый трансплантолог Сергей Готье. В июле отец Николая Баскова скончался на 69-м году жизни после продолжительной болезни. Артист тогда не поделился подробностями трагедии. До их пор причины смерти ближайшего родственника «Золотого голоса России» остаются неизвестны. Наверное, мало кто из вас знает, что много лет назад моему отцу делали сложнейшую операцию. Когда оперировали моего отца, трансплантология была на таком уровне, что сложно было вообще понять, что делать, на кого ориентироваться, куда податься, кто в состоянии спасти, написал певец. Басков подчеркнул, что семье помог российский медик Сергей Владимирович Готье, который вывел отечественную трансплантологию на мировой уровень. «Я бесконечно благодарен Сергею Владимировичу Готье. И я знаю его не только как талантливого хирурга, как врача, который буквально живет своими пациентами, но и как организатора, который сделал почти невозможное», — отметил артист. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, ведь мы стараемся делать видео только для вас. Спасибо за просмотр.